Друзья, я к вам с новостями. Мы закончили приложение для детей 2-3 лет. Все, уровни дописаны, баги все исправлены, платежные системы отлажены. В общем, все, как говорится, под ключ сделано. В этом приложении, напоминаю, 96 развивающих уровней. Имеется 2 языка, русский и английский. Вы в меню можете переключить. Также есть контроль времени. От 5 до 30 минут вы можете выставить таймер. Да, сколько вам нужно, чтобы ребенок занимался, столько и будет. После истечения времени вылетает такая мышка, машет рукой, говорит пока-пока. Поэтому ответственность за то, что ребенок перестает играть в приложение, лежит не на родителях, лежит на этой мышке. И как нам пишут родители, дети не обижаются, тоже с удовольствием машут рукой, отдают спокойно телефон родителям и продолжают свои там какие-то дела. В общем, истерик по поводу нашего приложения у деток нет. Еще в меню вы можете менять музыку. Что из себя представляет 96 вот этих вот развивающих уровней? Они никак с друг другом не связаны. Это отдельная какая-то мини-история, где нужно кому-то помочь, кого-то спасти, кого-то расстелить по цвету, кого-то по форме, где-то найти родителей, кого-то накормить. В общем, все темы, которые положены деткам с 2-3 лет по программе детского сада, вы встретите вот в этом приложении. История начинается, зайдя в уровень, и история заканчивается, выходя из уровня. Ребенок выполняет задание, развивает тем самым свои психические процессы, внимание, память, мышление, воображение. Графомоторные тоже, потому что пальчик по экрану нужно соединять. И я заметила, что когда только я ребенку даю приложение новенькому, скажем так, и он еще ни разу его не видел, у него плохо получается пальцем соединять те или иные предметы. А уже через день, два, три, да, кистевый и пальцевый праксис развивается, и у него это дело уже получается. То есть реально приложение развивает и психические процессы, и графомоторные навыки, и усидчивость, и внимание, и речь, ну, в общем, польза колоссальная. Так что пользуйтесь, развивайтесь вместе с нами. Это приложение мы создали специально в помощь вам по развитию ваших деток. Появился, кстати, еще один способ альтернативный использования нашего приложения. Можно бесплатно играть в наши уровни, но с рекламой. И можно без рекламы использовать наше приложение, как вот и было. 10 уровней бесплатно. Хотите следующее открыть, 86, 279 рублей оплатили единоразово. И все уровни до 96 вам открылись. Друзья! Приложение для вас, вам в помощь, родителям в помощь, чтобы детки развивались правильно. Скачивайте, устанавливайте и развивайтесь вместе с нами. Ждем вас!